вечером именно он собрал нас вместе. С радостью перехожу к представлению самого главного – комментаторов сегодняшнего матча. Тут все без изменений. Как и всегда, для вас будут работать Георгий Черданцев и мой коллега Константин Гетич. Это «Бавария» против бременского «Вертера». Очень хорошо сейчас на стадионе. Потрясающая атмосфера. И все заждались начала встречи. Скорее бы уже. Итак, состав «Баварии». Нойер занял место в воротах. В защите Зуле играет с Лукасом Эрнандесом. И впереди у них сегодня один нападающий. Посмотрим, как он справится с этой ролью сегодня. Итак, состав «Вердера». В воротах Павленко. В защите Омер Топрак играет с Великовичем. И в атаку главный тренер решил выпустить сегодня двух игроков. Посмотрим, оправдают ли они это доверие. Несмотря на всю статусность Баварии, единственной командой, принявшей участие во всех сезонах Бундеслиги, является не она, а скромный Гамбург. Все дело в том, что Бавария начала свой путь из низших дивизионов немецкого футбола, не сразу став тем самым клубом, о котором знает весь мир. Первый тайм начался. Можно мяч в штрафную навесить. И чистый отбор. Мюнхенская «Бавария» атакует флангом, и можно воспользоваться этой свободной зоной. Не получилось вынести мяч, по-прежнему опасно может быть. Свисток арбитра, игра рукой. Хозяева наверняка постараются с первых же минут игры завладеть мячом и не допустят, чтобы соперник перехватил инициативу. Что и говорить, они настоящие мастера плести паутину из передач. Отобрать у них мяч может быть очень тяжело. Тотальный футбол в чистом виде. Очень много передач у этой команды. Видно, что с... Хозяева наверняка постараются с первых же минут игры завладеть мячом и не допустят, чтобы соперник перехватил инициативу. Что и говорить, они настоящие мастера плести паутину из передач. Отобрать у них мяч может быть очень тяжело. Тотальный футбол в чистом виде. Очень много передач у этой команды. Видно, что с...